Коварная река. Сучья река называется. Находимся у реки. Это самый верный и правильный способ добытия пропитания. Поэтому я взял палка. Что будем делать? Будем делать удочку. Специально для этого есть сахарный тростник. Мы берем, перематываем тростничком. Аккуратненько. Раз, два, три, четыре. Я немножечко там не все могу показывать, по понятным причинам. Долго и так далее. Тем более вот поранился сильно уже. Как бы лес все-таки не... Это вам не бухты-барахты. Вот. Собственно, сейчас я закончу делать удочку. Кстати, вон там, смотрите, сейчас подходит, как его называют, облако. Вот, все, давай. Собственно, вот такая удочка у нас получилась из обыкновенных. А, вот еще, это надо кустик сорвать. Вот, и, собственно, можем прекрасно... Пошла. Сорвалась. Рыбалка дело такое. Надо на охоту выслеживать зверя. Пойдем выслеживать зверя. Здесь то ли бобры, то ли андатры, то ли выдры какие. Опасные, волосатые. Будем искать. Пришло время подкрепиться. Для этого надо выслеживать рыбу. Я выслеживал рыбу с самого детства, и я прекрасно знаю, как это работает. Специально для нашего канала Discovery я это продемонстрирую. Сейчас мы ее. Сука такое. Нихуя. Сейчас. Надо подкараулить. Она опасная. Опасная стерва. Сейчас мы ее подловим. Так. Вот она. Ничего. Найдем. Сейчас она всем распиздит, что здесь какие-то шакалы. Сейчас отплывем подальше. Поймаем, сука. Поймаем, с ней не закончено еще. Ничего не закончено. В лесу можно встретить много опасностей. Но что хорошо в лесу? В лесу никогда не встретишь пидорасов. Их здесь попросту нет. Погнали дальше.
поймал добычу. Сейчас надо разделать, сожрем. Хорошее. Это то ли бобер, то ли хер знает. Ну нормально, должна быть вкусная, жирненькая. На ягодах, бля. Напали на брусничную деревню. Банан. Рос. Вот. Брусникой можно спасаться от голода. Но можно жестко обосраться и на брусничное говно прибегут медведи. Они его как любят. Лазил наверх. Пытался поймать связь. Но нет телефона. Какая, блядь, связь? Не получилось. Что поймать? Жука съел зато. Подъехала черника. Вот она. Вот она, родимая. Растет, но. Нарвали. О. Хорошо. Привет. Лезем ебать белку. Коварная, сука. Обещала, что даст. Вчера договаривались. Вот ты надо. Надо организовать кострище. Для этого есть специально камушками обложим местечко и. Так, еще камушечек. Вот. Еще один. О! Все, костерчик есть. Ну как, чем богаты. Вот. Так что смогли, то сделали, конечно. Привет. Очередное утро в лесу. Как видите, организовал себе ночлежку. Нет ничего мягче, конечно, бревен под ногами. Пойду охотиться на бобров. Вон плотина, там живут бобры. Есть специальный метод охоты на бобров. Надо разобрать плотину. Вода начнет уходить, они начнут переживать. Разбираешь плотину, портишь, ломаешь все к херам. Садишься и смотришь. Бобер должен прийти ее ремонтировать. И тут-то мы его. По голове, нахуй. И все, за хвост и домой. Так что погнали. Эй! Слыхали?
Эй! 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 Paralolero, lero, 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 lero. Я нахожусь перед входом в беличий анус. Сейчас заползем туда. Осторожно. От него. Поехали. Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держа спину прямо я буду, что бы ни случилось, от зари до зари. Ай, я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе.